Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой слабый-слабый фонарик. Hello, 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 всех приветствую на канале коротких обзоров, на котором сегодня у нас новинка от BQ под номером 2004 и кодовым названием Ray. Вот здесь на коробке изображена какая-то капсула с какими-то камешками и цветочками, не очень понятная, что она обозначает, не буду даже гадать. Коробка довольно большая, крупная, а почему мы сейчас узнаем. И тоже собой представляет Ray 2004, IPS-экран, уже очередной, уже третий телефон BQ с IPS-экраном. Charge Cradle, стакан, как мы называем по-русски, две сим-карты, светодиодный фонарик, 1400 мАч батарея и IP67 защита. То есть это защищенный у нас телефон. Давайте же его быстрее откроем и посмотрим. Вау, он у нас в двуцвете, черно-оранжевый. Да он красавчик, красавчик. И кроме того, смотрите, на нем указано, что у него толщина 13,5 мм. Это фича, он тоненький. Он реально тоненький для защищенного телефона. Он, можно сказать, плоский. И в руке лежит очень удобно. Сначала по внешнему виду бы я бы отнес его к бабушкафону. Но нет, нет же. Он скорее и бабушкафон, и защищенный телефон, и просто телефон. А также у нас здесь громкий динамик. Неужели раздельный светодиод? Вот фонарика, он там в глубине, и хочется быстрее открыть. Открываем, снимаем рекламную наклейку защитного экрана. Защитной пленки здесь нет, но в руке лежит как влитой за счет того, что он тоненький. Все-таки тоненький телефон имеет свою привлекательность, свою особенность тем, что он... Ого, у нас здесь есть отвертка. У нас есть своя отверточка, она несколько отличается от других, и у нас есть своя зарядка. Раз у нас защищенный телефон, то у нас гнездо зарядки под клапаном. Скорее всего, здесь будет удлиненный микро-USB кабель. Так, оно и есть, я уже вижу сквозь пленки. Вот он удлиненный. И сколько у нас составляет мощность? Пол ампера, не знаю, будет ли вам видно, но пол ампера составляет мощность зарядного устройства. Открываем стакан Cradle. Cradle, вот такой прямоугольный стакан, брутальный, на 500 мА, все так же здесь указано, вход и выход, сюда устанавливается у нас микро-USB кабель, микро-USB зарядка, можно вот заряжать через стаканчик у нас, так, отвертка нам сейчас потребуется. И вот телефон здесь имеет контакты внешние, заподлицо с корпусом, и ставится вот так, то есть никаких микро-USB, ставится вот так, по-моему, выглядит замечательно. Как на мой взгляд, вот так. Вот так. Такой телефон. С кредлом. Ну, кредл мы убираем, посмотрели, что он собой представляет. Хороший кредл. И давайте рассмотрим, что у нас собой представляет сам телефончик. Так, вверху у нас светодиод, как мы уже об этом упоминали. Вот это неужели мягонькая такая штучка. Здесь у нас есть под шнурок специальная прорези. Задняя крышка на двух винтах, громкий динамик, камера, внизу гнездо для зарядки, с боков ничего нет, ничего не включается, но вот такие рифлености позволяют удобно держать в руке, не скользя. Сама передняя крышка вот здесь у нас тоже рифленая, это как бы минус, потому что грязи наберет махами, дай бог возьмете с какими-то чуть замасленными руками, и привет вот этой крышке, все будет ее сохранять. Ответственный микрофон у нас вот находится здесь, клавиши отдельно стоящие выпуклые, отчетливо нажимаемые в процессе эксплуатации. Мы посмотрим. Также здесь есть отдельная клавиша под кнопку SOS. Привет, бабушка фон. Вызовы FM-радио, камеры и SMS-сообщений. Тоже у нас тогда на джойстике. Давайте быстрее посмотрим телефон во включенном состоянии. Но для этого необходимо нам открыть заднюю крышечку, предлагаемую в комплекте отверткой. Поставить туда флеш-карту с сим-картой, чтобы запустить телефон. Вот это уплотнение у нас вот здесь идет такое, но оно не сильно выступающее, то ставить под вопросом возможность попадания воды в этот телефон, точнее открытым ставится. На 1400 мА батарея в действительности, вот такая она нестандартная форма, не знаю чего. Две сим-карты, флешка, как и заявлено в описании. Специально в ярком таком оранжевом цвете заказал, есть другие цвета еще, зеленый, просто черный, но вот ярко-оранжевый, контрастное изображение кнопочек. Запасных винтов нет, поэтому берегите, закручивайте винты после установки сим-карт. Включаем BQ, IPS экран, не забываем, у нас будет под всеми углами работать и на солнышке будет светить. О, все крупняк, часы крупно, буквы крупно, все крупно, хочется быстрее набрать 061. Вот короткий номер набирается довольно четко, ну в принципе длинный тоже будет неплохо. А очистить у нас вот эта кнопочка, вызов совершаем.
Динамик здесь общий. С этой стороны слышно, и с этой стороны слышно, даже если не включена громкая связь. Но громкую связь включил, и все, теперь у нас идет отсюда. Выключу ее. Какие опции предлагают нам? Удержать, завершить вызов, сообщение, диктофон, без звука, громкость. Ну, стандартное действие можно совершить. Отключаемся. Все довольно крупно. Пришла смс, мы сразу послушаем с вами звук смс-сообщения, как оно звучит. А мы давайте сейчас посмотрим фонарик. Фонарик включается с удержанием на ноль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой слабый-слабый фонарик. Не сильная сторона данного телефона. А жаль, кстати. Жаль, хотелось бы здесь иметь помощнее фонарик. Теперь его выключим, тоже на ноль. Удерживаем и посмотрим контакты. Всего две строки для контактов, экран. IPS-экран, да, углы у нас сохраняются. Верчу-кручу, как хочу, а уголки все нам видно. Все, как у нас выглядит. Так, группы, но группы не заданы. Надо задать группы. Количество телефонов в памяти, которым поддерживает данный аппарат, 250. Смотрите, как хорошо видно. 250 контактов в памяти. И попробуем ввести новый контакт в телефон. Имя. Номер, всего здесь вводится имя и номер. И до 20 символов. Вот я вам покажу. До 20 символов кириллицы, до 20 символов латиницы. Контакты мы с вами посмотрели. Давайте посмотрим же, что у нас джойстик. На джойстик влево игры. Замечательно. 7 игр платных. Вверх у нас аудиоплеер начинает работать. Подгрузил мелодии с флешки. Все работает, все поет. Вправо диктофон, вниз органайзер, а кнопки верхние показывают нам, что телефон всего поддерживает 50 смс-ок в своей памяти. Фотоаппарат вызывается на тест. А неплох фотоаппарат, кстати. Все хорошо видно. Аппарат неплохой для этого телефона. Плюсики мы ставим за фотоаппарат. Так, FM-радио работает без гарнитуры. А гарнитура также традиционно здесь не подключается. Смотрите, третий аппарат, где гарнитуры не подключаются. И кнопка SOS. Кнопка SOS по короткому нажатию ничего не делать, надо удерживать. Вот включилась мелодия. Идут вызовы, идут смс. И все зависит от того, как вы настроили. Это кнопка SOS. Быстрый вызов. Быстрый вызов поддерживается, быстрый набор как раз по нажатию, долгому держанию кнопки, и можно назначить сразу номер. И теперь углубляемся в меню данного аппарата. Здесь у нас меню каруселька, надо просматривать все. Телефонная книга мы с вами посмотрели. Фанбокс, игры, смешок, сообщения тоже посмотрели. Настройки телефона, время, дата, язык, быстрое меню. Вот здесь метод ввода, скорее всего, да, только побуквенный. Никаких словарей, назначение кнопок джойстика. Давайте смс-ки назначим, написать сообщение сразу. Профили пользователей, сколько мелодий сейчас узнаем. 5 мелодий на звонок и 5 мелодий на смс-сообщение. Настройки сим. Показывает только одну сим-карту, настройки вызовов, настройки быстрый набор, расширенные настройки, черный список, автоматическая запись, все есть, режим ответа одной клавиши, это все включается. Мультимедиа, изображение, аудиоплеер, диктофон, FM-радио, проводник. Давайте сразу из проводника посмотрим на нашу SD-карту. Музыка играла, и здесь нам только с вами уточнить, будет ли звук идти с видеофайла. Powerbank отмечает его как видео. Здравствуйте, друзья! Конечно, все работает, звук отлично идет. Можно использовать для просмотра и прослушивания видеороликов. Органайзер. Bluetooth. Здесь гарнитуру можно подключить по Bluetooth, так как проводного соединения просто-навсего нет. Будильник на 5 событий. Секундомер, календарь, калькулятор. Калькулятор работает. И настройки кнопки SOS. Вот, пожалуйста, SOS включено, выключено. Номер SOS. Три номера можем указать. SOS-сообщение. И все. Итак, что мы имеем в BQ-Ray? IPS-экран, довольно крупное изображение, контактная книга небольшая, всего на 250 контактов, неплохая фотокамера, большое количество встроенных мелодий на смс и на звонки, быстрый набор,
довольно посредственный фонарик в этом аппарате. И самое интересное, это компактный корпус. По-моему, интересный аппарат получился у BQ Ray. Довольно-таки компактный, мне нравится. IPS-экран, это его преимущество. Ну, нет возможности подключения проводной гарнитуры. Это просто как телефон. Телефон включает в себя как и функционал бабушка фона, так и защищенного телефона для активных людей. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои отзывы. Все, что думаете о таких телефонах, об этой конкретной модели, о других. Жду ваши впечатления. Всем хорошего настроения. Скоро весна. Ага, и еще преимущество этого телефона. Есть кредл. Можно поставить вот так зарядку. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч с новыми телефонами на канале Ашот Обзор и Ашот Обзор Плюс, где вы можете послушать, как звучат эти телефоны при звонках и их встроенной мелодии. Goodbye, мои друзья. До новых встреч.